Начинают идти дожди, я ехал сюда на игру и так крепко задумался, надо как бы подготовиться к наступлению зимы, длинные зимние вечера, уже не пойдешь там пошариться где-то на набережной, на горе, на пляж попозже покупаться или просто погулять, попить пиво, посидеть. То есть надо, как мы достаем на зиму какие-то зимние вещи, надо также достать какие-то зимние развлечения, какие-то книги, что не читано, там, фильмы, которые было не досуг летом смотреть. Какие-то там забавы, которыми, ну, каждый, ну, что-то у кого-то есть, у меня там выжигательный аппарат, я буду выжигать такие деревяшечки для души, слушать пинфоид и выжигать его. 10 секунд. Вот. Ну, в общем, рад я играть, всех видеть, и победы Красному городу. Спасибо. Доброго утра, город. Меня повеяло зимой меланхолия. Первого игрока. И до игры цвета. Хочется выставить, но как-то меня настроение больно ударило. Так что после старого доскопа, конечно, после следующий круг будет, он даст позицию, там, может поиграем, может не поиграем. Пока после доскопа нет вот цвета. Ну, спасибо, Пас. Спасибо, Рахам. Три. Доброе утро, не знаю, я играю. Там уже будет в общем, ближе к теме. Книжка мне поговорил хорошо, ну и я с Лорей не выхожу. Господин Сыник, я вас на нулевом пункте, так как вы оставили минус, оставлю за скобку. Вы для меня пока и не черный, и не красный, просто за скобку. Пока аккуратно поиграю один, но речь очень хорошая, как по мне, и эмоционал тоже неплохой. Вот, в общем, желаю всем приятной игры, хорошо провести вечер. Спасибо, Рахам. Четыре. Доброе утро, город. Здравствуйте. Игрок номер один. Прекрасно, я не нашла там ничего черного. Игрок номер два. Речь, не знаю, но очень короткая. Это мне было. После мы ставили с кухней, и все. Очень речь. Мы не даже что-то говорили. Игрок номер три. Ну, тоже ничего черного не нашла. Тоже могу поиграть. Это только на номер. Вы поняли. Игрок номер 1-3, игра 1-4.
Давай пока что себя. Доброе утро, город. Игрок Воробей, красный игрок. Что сейчас могу сказать? Что на нулевом круге, конечно, много ничего не скажешь по игрокам, потому что кто-то может переволноваться, кто-то просто расскажет историю, это как бы обычно. Ну а так по игрокам. 3-4 пока за скобками, а вот 1-2 я поиграю, они для меня прекрасные игроки, просто стандартные речи. Всего пока. Доброе утро, город. Красный игрок, игрок Дим Димыч. Вот, единичка по эмоционалу хорошо. Вот, я с вами поиграю, красный игрок, в принципе, ничего черного не вижу. Вот, двоечка, я, как и все пока что с вами, ну, кроме пятерки, не смогу поиграть, пока что за скобкой. Мне, в принципе, понравилось 3-4, вот, команда 3-4-6. Пятерка, не смогу с вами поиграть, и вы играете с двойкой. Вот. Простите, господин. Ну, хорошие игры. Пас. Доброе утро, город. Хотите с кем-то поговорить? Единичка. А вы единичка, спас. Я вас игрок номер 2 выставила за короткую речь. И вот в этой части я слышала много коротких речей. Я как-то поэтому себе маркирую то, что человек не хочет говорить, и поэтому не хочет говорить. Верно, единичка у меня красный. Два вы под сомнением. Шестерка была под сомнением за короткую речь. Четверка под сомнением за короткую речь. Короче, я никого красных не нашла. 3-4. Давайте так. Я возьму 4. Команду 1-3-4. Потому что вот та первая, которая заметила короткую речь. 10 секунд. Пока вот так вот. Я вполне возможно, что там всех заиграла и не попала не туда. Но пока вот так. А там посмотрим, что будет здесь развиваться. Я на удивление согласен с ним игроком в плане команды. Поэтому в данный момент моя команда будет точно такой же, как и у 7-го игрока. По остальным игрокам. Мне единственное, что вот смутило немножко тройка из-за того, что он реально не знал, о чем сказать. Даже сказал слово «вот». Ну, это просто психологическая такая тема. Когда ты не знаешь, что сказать, ты вот завершаешь для себя словом «вот». И дальше пытаешься что-то выдавить из себя. 6-й, 5-й игроки, на удивление, вы сидите на таких, как бы, вроде уже больших местах, да? Но ничего толком не говорите по столу. Я не понимаю почему-то. То есть, вот 7-й игрок, пожалуйста, да? Дошла до него очередь, он все разложил. Кто что, как сказал, где, как, почему так относится. Вы этого не сделали. Для меня это странно, вы достаточно давно играете. Да, пожалуйста. Соответственно, 2-й игрок тоже для вас это как-то очень странно. Опытный человек. Я этого не понимаю. В общем, моя команда 1-3-4-7. Спасибо, пас. Я поиграю только с двойкой, смотрите. И игрок, госпожа Тана, почему вы именно двойку выставляете за короткую речь, а не пятерку, которая поговорила 20 секунд? Я это не понимаю. Именно господин Циника, вот нет. Я его так, а вы нет. Почему вы выставляете его на голосование? Я думаю, пилить надо 2-5, вот так вот, не географически. Но я думаю, что пятерка мне не понравилась за короткую речь. Я не поиграю 3-4, которые берут единицу. Единица мне не понравилась. Единица мне не понравилась. Своя речь ваша не понравилась, господин Циник. Тройка оставляет двойку за скобками. Четверка берет, оставляет двойку за скобками. Пятерка играет двойка. Шестерка играет с этим паровозом, который мне в этот паровоз вообще никто не нравится. Семерка выставляет двойку, которая мне не нравится. Восьмерка, вы просите его на проверку. В принципе, я не думаю, я прошу проверить в 5. Кого вы хотите, с кем вы хотите пилиться? Скажите десятки, вы с единицей? Мне выставить кого-то? Единицу, что ли? Не хотят поделиться? В таком желании, хорошо? Пятерка. Двойка, с кем вы хотите пилиться? Вам все равно, да? Ну хорошо, тогда вы ставили игрока номер 5. 5 принято. Потому что мне понравилась речь единицы. Готовлюсь к зиме. Беру попил, делаем. Делаем попил так по столу, наверное. Мы голосуем в... Как? Напротив, да? Мы голосуем в пятерку. Нет, мы голосуем в двойку.
Мы голосуем. 10 секунд. Кто голосует двойку? 1, 10, 9, 8 голосуют за двойку. Все остальные... Это фол. Это время. 1, 10, 9, 8, 7 голосуют. Да. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 2, 5. Голосуем в порядке. 2, 5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо, принято. 7 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. 3 голоса уходит игроку номер 5. Игрок номер 2, ваша крайняя. Вот так меня сломали по нулю. Я просто... В общем, для меня... Надо даже лучше понять, дали ставить, ничего не дали сделать. Кто-то сломал меня, это... 7-8 так дружно спелись, кто там 7-8 ломали. Но я не заметил, потому что они 6. В общем, тут для меня девятка очень по-красному сидит. Если он не ломал, конечно, потому что это все. Один, я не знаю, Я ему свет не давал, и слава зашел. Просто потому что один. Это тут игру вытащите, когда у всех красного игра брать просто так, без лучшего хода, как бы. Игру вытащите, вам нужно сейчас же тащить эту игру, как бы, ну. У вас все надежда сейчас. Было уже так. Игроком прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в поз ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Маска полностью прилегает. Маска. Проверьте, что маска полностью прилегает к вам. И в городе ночь. Прислушайтесь ко мне, то, что игрок номер 9 пытался, чтобы я голосовал сам себя, игрок номер 9, игрок номер 6, поскольку он повторял за мной, и игрок номер 1, возможно, мафия. 1, 6, 9. 1, 6, 9, принято. Все, просто игрок номер 9, игрок номер 6, 100% мафия, я не уверен насчет игрока номер 1. Все, спасибо. Смотрите, почему я не был за то, чтобы проверить пятерку, по той причине, что пятерка первая, кто из нашей четверки взяла в команду двойку. Да, она могла ошибиться с попилом, вот я не понял, кто сломал. Скажите, пожалуйста, еще. 6, 5, 6, 5. Возможно, ошибся, мне просто не верится в то, что он сломал попилу двойку, которую первую взял в команду. Может быть такое? Поэтому я был, в общем, не очень за такое решение. Шестерка просто присоединился к нашей команде. Мне это не понравилось. Семерка хорошо просуждала. Да? Черный? Для меня сейчас более черный 6. Я выставляю его номер 6. Принято. Семерка для меня еще более красный. Я пока поиграю 1, 3, 4, 7. 10 секунд. Спасибо, пас. 4. Шесть длинный черный, он сломал попил. 9, это у меня тоже черный. Какой вы попил вообще устроили? 5 должен бросать себя? Нет! Если для вас 5 черный, он бы их сломает. Вы должны глаз ценник красный, 5 черный. Почему вы даете такую надежду 5 сломать ценника? Легко. Вы должны делать нормальный попил. Ладно. 5 ушел. Красный, 6 черный, 9 черный, 1 я еще точно не уверена. Надеюсь, что шериф не проверил 5. Красный. Я играю. 10 секунд. 3. 7 вы тоже там, я не поняла ваш попил. Но
И сейчас я его выпустил. Итак, игрок номер 8 и 7. Вы сказали, что я... У меня нету позиции. Ты, ну, в смысле у меня нет позиции? Я сказал, с кем я играю. Все про все поговорил. Вы говорите, что у меня нет позиции. Маленькая позиция? Мало говорил? Да, нормально я говорил. Чего? Почему я сломал попил? Потому что я не понял, в кого... ну, объяснили так, что я вообще ничего не понял, в кого голосовать. Поэтому я и сломал попил. Кого проверить? Я бы проявил четверку. Или девятку. Вот девятку хочу. Потому что я не понял, его попил. Я думал, что мне надо голосовать в двойку. Я вообще не понял, кого голосовать. Вот. Команда пока будет 1, 3, 10. Вот. Для меня больше черный 9 и, наверное, 8. 10 секунд. Вот. Потому что вы так в меня въехали прям. КамАЗ. Спасибо, пас. Доброе утро, город. Смотрите, я озвучивала попил, я себя не назвала, да. Вы потом перекрикнули, он, ну, как бы я держала в голове. Он перекрикнул, озвучил правильно. Теперь так, у игрока номер 6 и у 5, 9, у игрока номер 6 и 5 был шанс доказать, что вы красные игроки. То есть, если вы поставили руку в себя, у нас бы попил получился, потом бы, значит, мы дальше действовали по речам. Игрок номер 6, те, кто ломают, попил уходит. То есть, вы априори получаете с черным игроком. Нарушили идею красной команды. Теперь так. Пятый доказал себя красным, потому что отстрелился. Может быть, это ход новичка, вот этот вот слом. Ну, 5 и 6 вместе. Ну, в общем, вы уходите шестой игрок. И я хочу напомнить свое подозрение на игрока номер 8, потому что я давала вас на проверку. Вы повторили мою речь. 9. 9 я пока еще не вижу черным. Забавно. Интересно. Ну, я сомневаюсь, что меня проверили. А если проверили, то кто-то должен был там как-то это проявить, что ли, сказать, что вот, знаете, вот если мы... Я специально сейчас сидел, ничего не показываю, ничего не это. Просто смотрел за столом. Будет забавно, если шестой у нас крас. Потому что если мы его сейчас убиваем, то как бы все мы понимаем, чем это закончится. Возможно, завещание пятерки было правдивой. Кто знает. Пока у нас неизвестно, что там шериф проверил или как-то вот он не начнет играть более активно, это не будет понятно. Я хочу, чтобы проверили четверку, во всяком случае. Мне хочется знать, что это красный игрок. Я хочу в этом убедиться, поэтому прошу шерифа проверить четверку. Можете это... И это время. Вот эти шериф, скрывайте сейчас, потому что у нас сейчас критика. Если мы снесем шестерку, тогда мы проиграем 3 в 3. Смотрите, попил, я сказал, при десятерых не страшно, чтобы игрок голосовал сам себя. Вы понимаете этого? Я сказал, набрал фол. 1, 10, 9, 8, 7 голосует в 2. 2 стояло под первой руке. Семерка выставила двойку, а десятка выставила пятерку. Вы понимаете этого? Все. Шестерки, я вам не говорил голосовать в двойку, вы понимаете? Под первой рукой и это был стоял игрок номер 2. Я сказал, я пытался делать как-то поделить стол вот так вот. Набрал фол, вы понимаете этого? Я поиграл с семеркой сейчас. И хочу, чтобы шериф сейчас скрылся, потому что сейчас критика, господин Дизель. Двойка для меня ушел по-красному, но все равно у нас критика. Эмалас тут, ребята. Надо, чтобы шериф скроется. Если шестерка уходит сейчас красным игроком, я не видел тут какой-то защиты, но я не думаю, что шериф даже пошел проверить шестерку. Да. Понимаете? А что мне кажется, если шериф скроется? Если бы он кого-то проверил? Я не знаю, как бы сейчас вот голосовать шестерку. Если он таки ошибся. Я шериф проверила 6 черный, 4 красный, потому что сказала его проверить. Понятно, ну что ж, тогда голосуем шестерку. Кого проверять? Меня, что ли? Тебя? Так, и четверка точно красная, да, потому что четверка тут шестерка. 10 секунд. Семерка вы с кем?
Восьмерка. Ваша команда. Наконец-то. И это время. Доброе утро, город. Вам понятно теперь, почему я говорил шерифу не скрываться? Если у шерифа есть черная проверка, или, допустим, черная проверка, которая ушла, если между 2-5 кто-то был черный и ушел, зачем шерифа палить, чтобы его застрелили? Шериф знает, что критики нету, или он знает сейчас, что шестерку сейчас выносят всеми руками. И говорил, если у него шестерка красная проверка, если черный, не надо скрываться. А зачем тогда, господин шериф, скрывали? Если у вас черная проверка, которая сейчас все уходит. Все хотели 6 оставить, большинство. Кто хотел? Все хотели сейчас вас застрелить. Зачем вы это сделали? Я говорил, не скрываться, шериф. Я с этого хотел свою речь начать. То есть, если есть черная проверка, которая ушла или которая сейчас уходит, нет смысла скрываться. Вот, я не понимаю. О, ладно, я 4, я играю 4, 7, 8. Господин Свен, я считаю, что вы красный игрок. Вы играли 2-5, вы так уверены, что 2... Два не проверены. Два никто не играл. Его выставили, хотели слушать. Нет, вы с ним так честно поиграли. У нас выставили только один игрок. Номер 6, ваша крайняя. Игрок номер 8. Вы кого просили проверить? Четверку, да? А чего с ней дружить? Нелогично. Мне кажется. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. Вроде осталось достаточно людей. Мы уходим в ночь. Для тех, кто не знаком с регламентом в нашем клубе, за слово «после ночь» это фол в любых других клубах, тем более на турнире, мгновенное удаление со стола. Старайтесь любые фразы говорить до слова «ночь». Город спит. Доброе утро, город. Утро недоброе для игрока под номером 3. Ваша крайняя. Я не понял, что четверка была. Это доказать, что вы красный, что... 9 красных. Значит, я вот честно не помню, что это было четверки, может. Хорошо, вы это обсудите сами. Я тут уже, в общем, никак не повлияю. Для меня... Почернее 7. 9 красная проверка. 10 покраснее. 10 покраснее. 7 для меня более почернее. Вот так. Да? Все. 8. Сейчас. 9 красный. Вы, скорее всего, тоже красный. Не понял, что это было. Вы объясните. Да. 10 секунд. Получить, что это. Все, спасибо, пожалуйста. Прощаемся с игроком. Я это сказала, чтобы запутать с мафией, если там стрелять в 4, как вы знали, или мафия, как сказать, себя стреляете, чтобы стреляли в 3. И вот, что это было Э. Я вообще-то пыталась помыть городу. Ну ладно. Играть с кого-то 9. Выставляю. Кого стоит 7? 8? 7-8 разных лет. Это не важно. Вставляю игрока номер 10 секунд. Вставляю игрока номер 7. Что было? Играю 9. Все, не красный игрок. Доброе утро, город. Выставляю игрока 8. 8 принято. И смотрите, после того, как было выставление шестерки, все топили в шестерку, единственный игрок номер 8 закинул такую мысль, а вдруг шестерка красная, правильно?
И потом господин Свент поддержал эту мысль, и за это вдруг красный, ему получается критик. И вы поддержали, за это заслужили проверку. Вполне легитимно. Потому что когда вы подняли шерифа на стол, я тоже на вас немножко посердилась. Если бы это кто-то сделал другой, то другое дело. Игрок номер 8 у меня уже не первый круг под подозрением. На первом кругу повторял мою речь. Ну, потому что даже у меня было ощущение, что вы прям ко мне в вену лезете. Ну, это такое постановление. Я сейчас голосую точно против игрока номер 8. И прямо без всяких вариантов. И вам тоже предлагаю это делать. Потому что и Дизелю, кого я нашла красными. Потому что я на минуту подумала, что если два вынесли красным, шесть запутавшись, да, у нас вообще 3-3. То есть, единственный игрок, который подметил, что это может быть красным игроком, и у нас, возможно, может здесь остаться три мафии. Мы этого не знали до этого. Ой, вот давайте без этого, пожалуйста. То есть вы решили затопить единственного игрока, который подметил, что может случиться сейчас критика, если мы выносим красный. Да? Окей, хорошо, хорошо. Я вас понял. Выставили игрок номер 7. Да. Я единственное что-то пропустил. Насколько я помню, шериф сказал, что он проверил шестерку и четверку. Да? Он же так сказал. Нет? А, шестерку проверил, а четверка, на его взгляд, красный. Все окей. Соответственно, я так полагаю, у нас остается семерка и еще одна мафия, поэтому пока что мы выигрыш. Пока что у нас есть три игрока, как минимум. Точно. Вставляю игрока номер 8 на голосование. Смотрите, я сказал, если проверка шла в шестерку и нашла черный, шериф не вскрывается. Потому что если бы шериф не пошел проверить 6, а нашел пятерку красную, да, тогда мы улетели, и шестерка была красная, тогда мы улетели уже сразу в 3-3. Еще на прошлое это. Я просил проверку в меня, потому что если не прошли проверку в меня, а нашли еще одного красного, тогда меня это снесли по паранойи, когда я сказал, шерифа вскрывайтесь, вы понимаете? Восьмерка черная, вы говорите, я думаю, что семерка для меня более красная, смотрите. Я думаю, что семерка для меня более красная, но восьмерка начал втопить шестерку. Может быть, разбег, может быть, не в той команде, но 7-8 разноцвет. Я думаю, что семерка в этом разноцвете покраснее. Я послушаю между 1 и 10. Посмотрю, кто второй маф. 4 красных. Доброе утро, Борис. Смотрите, я вот действительно повелась на расклад восьмерки, когда он сказал, что вдруг шестерка... все-таки по красному, я тоже этот момент засомневалась, как бы, а вдруг, а что же делать? По наивности как-то ошибся. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что я присоединю в команде 7 и 9, и буду голосовать восьмерку. Буду надеяться, что мы попадем. А четверка, зачем вы семерку выставили? Ну, вы, вот перед этим вы вроде так семерку вышли. Так, на всякий случай. Ну, хорошо. Я буду голосовать восьмерку. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, город. Ну, самые красные игроки, естественно, это игрок номер 9. Красная проверка. 4, понятная логика. Она кричала, стреляется 4. Она хотела спасти шерифа. Для меня это очень по-красному. Хотела запутать мафию. И... вызвать отстрел на себя, хотя вряд ли бы это сработало, тем более в последний момент, тем более вы не мафия. Кстати, тем более вы не мафия. Вопрос. Может, это, кстати, хитрый замок. Теперь игрок номер 8. Смотрите, я не понял, еще на нуле был такой момент, когда семерка поговорила, вы начали говорить, и вы говорите, я играю с семеркой, а семерка просит восьмерку на проверку. Вы... что? Выставить 10? Выставить 10? Почему 10? Выставляю игрока номер 10 по просьбе красной проверки. 10 исключительно. И она просила за все силы проверку вас, а вы все равно говорили, играя с семеркой. Мне так это подозрительно было. На следующем кругу она с вами расходилась, а вы с ней играли. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 7, 8, 10. Голосуем в порядке 7, 8, 10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо. Принят один голос.
только чтобы стол покинул игрок номер 8. Спасибо, принято. 3 голоса. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 10. 2 голоса. Игрок номер 8. Ваша крайняя. Эх. Дизель, вы запутались, друг мой. И вы не заметили того, что из всех игроков здесь находящихся, кроме красной проверки, только 2 игрока сказали, что хотят вынести красного игрока. То есть меня. Это 7-й игрок и 10-й игрок. Я вас пока в расчет не беру. Это, вот, на мой взгляд, 2 черные карты. Вы этого не заметили. Поэтому, извините, в данный момент наступает ночь, и мафия выигрывает. Удачи. Я сказал, черный 7-й игрок и 10-й игрок. Приятной игры. Спасибо. Возвращаемся с игроком. Надеваем маски, садимся в полночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Я предупреждаю всех зрителей вокруг, никакой жестикуляции, никаких эмоций. Очень точно у меня ушел черный. Я голосовала 10, потому что 9 голосовал 10, я за 9. 8 ушел черный, потому что он сказал, что 7-9 для него черный, потому что это, а посов он сказал 7-10. И товарищ они, он повторял тоже речь, которую, ну, они там, он 9 открыл. Ладно, неважно. Тот черный попил. Кем? 6, 8 черный. С кем попил? 10? Ладно. Ладно, я оставляю. Остался один мафий, спросила, если один мафий. 10? Ну, если не 10, тогда один, потому что 7 точно голосовал 8. Все, спасибо. Прощаемся с игроком. Вот он, я говорю, это будет на 7. 10 метров. Я сейчас подумала на 10 из-за того, что получилось, что вы не убили. Но, а потом второй моей мыслью было, что господин Дизель может так сделать, потому что он у нас очень умный. Это будет очень интересный ход. Теперь так, давайте вспоминать. Игрок номер 8, который уходил у меня достаточно по-черному, кидал тень на меня и на 10. Он уходил по черному, кидал на вас тень, тем самым пытаясь вас окраснить. Понимаете, черный игрок, если вас окрасняет, значит, вы можете вполне могли быть в его команде. Это одно дело. Семерка, пока семерка знает свой цвет. Я пытаюсь для себя разобраться между 10 и 1. 10 секунд. У Дизеля вроде бы речь 4 красные. Но у Дизеля речь 4 красные. Ну, в общем, девятка сейчас будет разбираться. А что вы хотите? Вы хотите попил? Игрок 9. Конечно, я хочу попил. 4 игроков. Что мне это еще делать? Кто? 8. 8 ушла черная. Двойка ушла по красному. 7-8 разноцветный. Это холод. Ну? 7 для меня красный игрок. Ну, тогда пилим 10-1. Для меня семерка красный игрок. Тогда попил. Смотрите, выставляю игрока номер 10 на голосование. Здесь стоит. Выставляю игрока номер 1 на голосование. Отлично. Смотрите. 1-7 голосует в 10, 10-9 голосует в 1. Понятно? 1-7 голосует в 10, 10-9 голосует в 1. 10 вы голосуете в 1. Семерка и единица вы голосуете в 10. Вот так. Я не думаю, что двойка ушла черным. Я думаю, что восьмерка ушла черным. Вот так вот. 10 секунд. 7. Не понял, что раз? 7-8 разбегаются, может? Нет, такого не может. Зачем им разбегаться? До чего им разбегаться?
Всю игру они разбили. Спасибо, минута 10. Мы должны делать профил, хорошо. Для меня мафия единица. Честно говоря. Смотрите, я почему-то вот уверена в вашем красном цвете, и мне показалось, что по завещанию уходящего черного мафа озвучили 7 и 8, и 7 и 10. Но все-таки для меня семерка красная. Я буду голосовать в один. Попил в один, так что все по-честному. Спасибо. Пас. Доброе утро, город. У меня нет проблемы пилиться сейчас. Я 10-1. Вы сейчас еще покажете еще раз, чтобы не было путаницы. Попил. Но сейчас, опять же, сейчас восьмерка, которая ходила. Между 7-10 есть один масс? Между 7-10 один масс есть? Ну вот ушедший 8 разбегался 7 и 10. С кем из них? Давайте 1-7 попили. Почему 1-10? Для меня 10. Мне непонятно, почему вы 10 выставляете. Просили меня выставить. Вы выставили 8, потом просили меня 10. И когда я проголосовал 8, вы были недовольны. Вы хотели попил? Надо было об этом сказать как-то. Ну, нет проблем. Я бы пилился 1-7. Вот, 7-10 было по завещанию. Я бы 1-7 попилился, я бы 10 не пилился. Для меня 7 почернее. 10 секунд. Почернее для меня 7. Что? Разбирали с 8 они в раз... Нет. Кто? Кто что? Кто 8? 8, я думал, по черному ушел. Разбегался с 2. Мы переходим на голосование. Это третий фол, господин Дизель. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 10-1. Голосуем в порядке 10-1. Кто за то, чтобы стол покинул урок номер 10? Спасибо, принято. 3 голоса. Оставьте руки, кто не голосовал. Игрок, это фол. Третий. Игрок номер 1 получает 1 голос. Игрок номер 10, ваша крайняя. Я так понимаю, что нужно было голосовать вниз. Я не видел, что... Это 4-й фол, мы прощаемся с игроком. Я предупредил. И вот уже здесь ваша минута есть. Кто должен был поддержать курс единицы? Кто? Семерка? Кто должен был голосовать против единицы? Со мной кто должен был? Сказали 10 и 9 голосуют. Не шепчет. Это пол вам после предупреждения продолжать считать. Один из вас точно мафия. Но я так понимаю, что наступает ночь, и в любом случае победа мафии, да? Правильно? 10 секунд. То есть город проиграл. Ну, мы прощаемся с игроком. И я выиграю победу. Мафии. Мафии игроки. 1, 2, 6. Шериф игрок. 3.